Год назад, здесь же, на CES, компания NVIDIA анонсировала мобильный чип второго поколения Tegra 2. А в этом году на нем появились рабочие устройства. Тогда мы и публиковали полный обзор новой платформы на сайте, можешь его почитать. А вот краткий рассказ о Tegra 2 от представителя компании. На самом деле процессор Tegra 2 имеет 8 ядер, но среди них 2 центральных, построенных на ARM-архитектуре Cortex-A9. Они имеют частоту 1 ГГц и выполняют общее вычисление. Есть графический ускоритель GeForce, отдельные ядра отвечают за обработку и кодирование звука, видео и статических изображений. Восьмое ядро – это процессор ARM7, который управляет всеми остальными. На сегодня Tegra 2 – это самый производительный процессор, при этом у него оптимизированное энергопотребление. Разницу вы ощутите сразу же, при веб-браузинге, во время игр и даже просто путешествуя по меню. Многозадачность – это главный козырь платформы. Работа с несколькими приложениями одновременно никогда не была такой быстрой. NVIDIA грозит совершить мини-революцию на рынке мобильных устройств и имеет на это неплохие шансы. Почти все ведущие производители техники кинулись встраивать новые чипы в свои продукты. Даже автомобильщики Audi, BMW и Tesla Motors заявили об использовании процессоров в приборных панелях. Особенно любопытен тот факт, что на Tegra 2 скоро выйдут продукты Samsung. А эта компания, как известно, сама производит процессоры, но не имеет собственного двухъядерного решения. Всего на CES мы насчитали сразу 13 гаджетов на Tegra 2, 3 смартфона и 10 планшетов. Вот полный список. Превью многих из них ты можешь найти на nanomobile.ru.